Привлечь молодых специалистов, решить кадровые проблемы в селах. 20 врачей и 2 педагога Кайкинского района получили сертификат на земельные участки. Это благодаря проекту «Кадры в село», инициированному 1,5 года назад председателем Республиканского комитета профсоюза работников здравоохранения России Зумруд Бучаевой. Дополнительный стимул остаться в селе уже получили специалисты в более чем 10 районах. Вот этот сегодняшний шаг, который глава Кайкинского района предпринимает, делается для того, чтобы, конечно, прежде всего отметить ваши заслуги, то есть вы среди лучших врачей этого района. И второй момент – это то, что мы надеемся, что вы останетесь в этом районе и дальше. В актовом зале администрации муниципалитета собрались медики и педагоги, приехавшие сюда по федеральной программе «Земский доктор» и «Земский учитель». Специалистов пригласили, чтобы поблагодарить за принятое ими решение остаться в селе. Идею поддержало руководство республики и главы муниципалитетов. То, что сегодня оценивается труд молодого специалиста, приехавшего в село, именно тем, что не просто он получил 1 000 000 и через 5 лет... он подумает, уехать ли ему отсюда. Это та поддержка, которая сегодня позволит ему действительно остаться в этом районе, расти и развиваться дальше как специалист.